общем, как прошло твое лето, как ты готовился к сезону? То есть это первый какой-то этап, или ты уже тренируешься какое-то время? Ну, после окончания сезона где-то двухнедельный отпуск был. Уехал домой в Казахстан к родителям. Там, ну, вообще ничем не занимался. Потом приехал в Омск, ну, ходил утром в институт, а вечером, ну, так, легкие пробежки там начинал. Но уже ближе к этому месяцу, как бы, уже больше нагрузки себе увеличивал. Уже помимо, допустим, пробежек, там, бассейн, тренажерный зал, как бы, пытался уже войти в рабочий ритм. Да нет, я уже точно знаю, что я поеду в Ангарск, в Ермак, буду в вышке играть в этом сезоне, и я, ну, считаю, что это хороший результат. У меня будет, я надеюсь, много игрового времени, что я смог доказать, что я достоин. Я знаю, конкуренция, это наоборот, я считаю, хорошо, как бы, что ты не будешь знать, что у тебя уже точно есть место в команде. Я считаю, что конкуренция – это рост игроков. И это хорошо, прежде всего, для меня, потому что я без конкуренции себя вальяжно чувствую. А вот у нас, по сути-то, никто не знает, как бы так. Ну, я не знаю вообще, как это будет выглядеть, вообще, что это будет. И, ну, мне просто позвонили, как бы сказали, вот ты едешь, как бы. И все, я, ну, больше вопросов не задавал, спросил, когда это будет. Они сказали, утром. Я говорю, ну, что утром просто не смогу туда поехать, и тогда это, наверное, перенесли уже. Не сел сразу за стол тренироваться, Роспи, да, писать? Да нет, не знаю, поеду, не поеду, как бы я не расстроюсь, как бы лучшие игроки есть. А скажи, кто вот у вас среди тех парней, которые сейчас тренируются, кто в баскетбол лучше всех играет? Да не знаю, по настроению. Не, Пономарев, наверное, он сегодня нормально поназабивал там сдалека. Не боишься, что взрослые баскетбольные команды переманивать будут? Баскетбольные команды профессиональные, что ли? Да, да, да. Да я не знаю, как они играют в Омске. Ты вообще много тренировался с Комаровым, с тренером? О, нет, если честно, вот это мой второй день. Ну и как? Ну, мне он понравился, как специалист, с первого дня спокойный, объясняет, как бы, я и, как бы, раньше про него читал, как бы, изучал там его биографию, и с Макером Павлом Вениаминовичем, который с ним хорошо знаком, это мой первый тренер. Когда я ездил в Казахстан к родителям, мы с ним встречались, он мне рассказал, как бы, про этого тренера. Как бы. Так что я всем доволен, я знаю то, что он хороший специалист и в жизни, как бы, спокоен. Так что меня все устраивает. Ну, ты к новому сезону готов? Ну, пока еще не на 100%, но еще много времени, чтобы форму набрать. Так что я думаю, к новому сезону я оптимально подойду. А морально? Да, морально я готов, конечно, уже давно.